Запасы от старой бижутерии моей дочери. Сейчас будем разбирать. Да, пожалуйста. Ну, попробуем разобрать. Ну, вот. Браслет такой совсем уже с резиночкой пластиковой. Какие-то. Да. Ну, красивые бусинки. Пластиковые. Берем. Так. Тут это было. Вот хорошая пластичка. Вроде как гранатовый. Не знаю, насколько это гранат. Но похоже. Ну, тоже грязный. Фурнитура вся облезла. Тоже хорошая. И вот тут еще была хорошая вещь. Вот это вот. Но натуральные камушки. Разные. Бисер. Через бисер идет. Но такие миленькие. Миленькие. Очень миленькие. Прям нереально мелкие. Тут что-то зеленое. На малахит похоже. Ну вот. На тигровый глаз тоже сильно на коралл похоже, не знаю, какие тут квартики, может, стекляшки тоже какие-нибудь, кто их знает. Вот тоже тигровый глаз. Ну какие вот бусики. Так-то они довольно длинные, а они очень мелкие, через широкие. Это вот что-то у нас еще есть. Это вот пластиковые бусы из бисера. И тут вот такие вот пластиковые бусинки. Вот такие. Ну это пластик, а то это пластик. А вот тут вот еще есть серединки, вот такие две. Похоже на перламутр, только покрашенный тоже розовый цвет. Вот, давай посмотрим. Ну, это вообще вот эти вот пластик, крашеный по серебру, весь облазит. Бисер неровный. Так, вот еще розовый бусик. Пластик такой. Пластик вырезается. Тут вот металлические. Вроде как штучки такие. Цветочки. Вот такие вот штучки. Так. Вот такой браслетик. Помпончики такие, между ними бисеринки. И в середине вот такие бусинки. Стеклянные, по-моему, лампы. Да? Одна звездочка. Какая-то она, мне кажется, плотная. И два сердечка. Вот эти бусинки. Ничего. Бисер тоже такой, типа, стекло с фольгой внутри. Да. Тут выгрести бы чем-то сюда. Попытаться. Так, вот. Так, вот браслетик. Или колье это было, да? Непонятная форма. Деревянные бусинки, это понятно. Разные. Два карабинчика. Ниточка такая. И тут металлические тала. Сама делала, наверное, опять с буковками. И стеклянные такие, которые... Не знаю, как они называются.
такие, как скулы срезал. О, это тоже сережка. И вот с такими помпончиками, которые были браслет. Тоже вот с такими сердечками, с такими бисером. И с колокольчиком. Нормально, сережка. С колокольчиком. Угу. Да. Так, вот, рассортировала камешки и крошку.